Вот так вот начинаем запись. Все, Луни Тюнс, Койот и Бегун. Да, ну это же разъебалово. Рад Раннер. Очень... А, тут можно типа за него... За... Ну давай немного поиграем за Койота, а потом поиграем немного за... Я игры от Луни Тюнс вообще обожал на Сеге. Это было это что-то с чем-то. Так, прыгаем. Ага. Ага. А. Нихуя, иди сюда. О, сука! А! Я не знаю, что я собираю, но очень... Стоп. Это что-то нужное. О, сука! Иди сюда! О, бля! Иди сюда, собака сутулая! Привет, народ и стример. Привет, привет, привет. У, сука. Ебать, разъебалово. Так, я не понимаю, мне надо его поймать или мне надо до конца уровня дойти? Ой, бля, уебался. Ой, блядь, уебался. Ага. Да, анимация Койот это что-то с чем-то просто. А, нифига. Так. Еба, полетел! Ага. Бля, сейчас наебнемся. Не, ну это же разъебос. О, почти. Блин, почти. О. Да, бля, чё я уебался два раза? Нихуя запулило. Нормально. Наверное, до конца уровня дойти. Я вот тоже... блин, ну говорю, они вот видно, что прям вкладывались. Да, скорее всего, да, до конца уровня просто дойти. Что прям вкладывались жестко. В прохождение, ну, в игры. То, что анимация офигенная. Так, подожди, стоп, это что-то собирается? А зачем анимация вот это ловли? Непонятно. Я столько перепрыгиваю через эти. О, бля, уебался. Что за игра? А, Койот и этот. У, сука, разогнался. О, бля, уебался. Так, тихо. О. Бля, не в ту сторону. О, бля. Сука, почти поймал. Почти поймал. Спасибо. Спасибо. Нафиг. Опа, выход. Хорош, успели. Успели. Так, стоп. Это что такое? Это что сейчас было? Это что сейчас за хуйня была? Понятно, просто пизды получил. Два раза. Очень прекрасно. Прекрасно себя чувствую. Опа. О. Так, я не понял, куда мне надо? Угу. Так, пацаны. Ха-ха-ха!
Это была какая-то подстава. Так. Полетели. Нихуя себе. Ага. Блин. Тут сложновато сейчас будет, я понял. А! Но, блядь, два раза попался на эту залупу. Опа! Если его ловишь... он просто бонусы дает. Блядь, он просто бонусы дает. Все, мы поняли, спасибо. Ах ты ебить твою... Блядь, это было больно. Так, я это помню. Да, бля. Так, спокойно. Ага. Ага. Подожди, а как? Ага. Да, это вообще нереально. Ну и чё? Угу. Просто пизды получаю. Блин, это вообще нереально. Ох уж эти простые игры тех времен. Так, ладно. Спасибо. Бля, что, баланс надо ловить? Ага. Так, спокойно. Где выход, блядь? О, бля. Тут нет выхода. Ну, сука. Иди сюда. Короче, мы сейчас завалим жестко. Метал, привет, привет. Так, кто в курсе, куда надо идти? Ай, бля. А, вот выход. Пиздец. А как? Ну да, выход. Пиздец. Ну понятно, ладно. Так. А твой рейтинг? Я еще в рейтинге в каком-то есть. Нихуя себе. Так, играем за раннера теперь. Ага. Это что сейчас было? Не, ну за койота в этом плане намного пизже играть. Давай. Раннер какой-то скучный. Ну-ка. А, ну он только летающий. Спокойно. Так, ладно. Я кину сердечко, и ты сразу на 59-м месте. А, это типа за какие-то подарки, что ли? Нифига. О, бля. Это типа, что когда подарки дарят, еще какие-то рейтинги есть? Обалдеть, я этого не знал. Я проиграл. Упс!
жестко ебашим, блядь, просто. Бля. А можно? Спасибо. Погнали дальше. Отлично, давай, 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 давай. Смотри, это дело, он меня преследует. Он меня преследует, хуй догонишь, я Соник. Я супер-мега-Соник. Вообще просто игра за радара, просто ебашить вот так вот, просто не останавливаясь. Ну так все уровни можно пройти. Я ничего не делаю. Я просто вперед нажимаю, и все. Опа, я в тупик зашел. Давай, подбрасывай меня. Нас обманули. Кто? Кто? Кто этот обманщик? Пиу-пиу. Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Ебашим жестко. Нефть? Прикол. Не, ну говорю, блин, если бы тут еще времени не было бы, то, например, за койота намного интереснее. Вот. За раннера бежи, беги, беги, беги. Играть с одной клавишей. Ну, бля, опасно. Опасно, опасно. Пиздец. Ой, бля. Так, ладно. Давай, последние попытки и пойдем что-нибудь другое. Вот что за кучки золота лежат, я не понимаю. Так, пошел нахуй. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спокойно. Пиздец. Не, за койота все-таки все равно было интереснее играть. Делаем вывод. За койота играть интереснее в этой игре. У него всякие примочки, а этим хуй, бежишь, забежишь, и все. Да ебить твою налево. Двадцать секунд осталось. Давай, родимый! Ебать! А куда я должен прийти был? А? А что я должен делать-то? Спасибо. Раньше игровые движки никакие были. Ну а что, блин, поделать? Так, ладно.